Учебу в школе закончили в этом году и 3500 старшеклассников Волжского. Успешно преодолеть экзаменационные испытания и правильно выбрать дорогу во взрослую жизнь. Выпускникам школы в поселке Краснооктябрьский пожелал спикер местной городской думы Евгений Пыльнев. Евгений Пыльнев приехал в 7-ю школу не случайно. Именно это учебное заведение когда-то закончило и сам спикер Волжской думы. Последний звонок для выпускника Пыльнева прозвучал в 69-м году. Председатель городского ЗАГС Собрания – частый гость в школе, знает о ее проблемах и нуждах. Всегда стараюсь помогать в решении тех вопросов, которые ко мне обращаются педагоги. Вот сейчас на данный момент, значит, выделено 60 тысяч рублей из бюджета для восстановления и ремонта крыльца. 1 800 000 было выделено на электропроводку, на новые. Ну, то есть, по возможности помогаем. Из школы поселка Краснооктябрьский в этом году выпускается 21 старшеклассник. Новый этап своего взросления ребята переживают с большим волнением. И радость, и слезы на глазах стоят. Столько лет проучиться в школе и вот понимать, что все, закончилось. Такие годы, беззаботное детство, все уходит. Впереди у нынешних выпускников серьезные испытания. 11-классники с 28 мая приступят к сдаче ЕГЭ. 9-классников ждет прохождение государственной итоговой аттестации.